Всем привет, дорогие друзья, и сегодня давайте протестим вот это новое испытание, которое у нас добавили сегодня. Это испытание двойного эликсира. Впрочем, я хотел сегодня потестить какими-то турнирными колодами, но, блин, у меня в основном была прокачана только одна дека по турнирному стандарту, все остальные не очень. Не прокачан у меня арбалет, не прокачан у меня... Ну, лава первый уровень, что там еще? Голем у меня не прокачан. В общем, турнирных дек у меня мало прокачан, поэтому я буду играть своей декой, которую играю в мультиплеере. Здесь куча легендарок и в основном команки, рарок вообще нету. И сыграем, возможно, одно сражение с лавой, посмотрим. Либо какую-то деку с гигантом сделаем. В общем, это тест этого двойного эликсира. Давайте попробуем. Первый тест бесплатный у нас, а потом будет за голду. В общем... Сейчас это будет, еще раз повторяю, тестовый режим, а потом, возможно, я отдельное видео запишу, какими колодами можно здесь реально пофаниться и вообще, ну, наверное, спамом, я не знаю. Да ладно! Единственное, что я расстроился из этого двойного эликсира, вот этого испытания, то, что здесь, блин, я думал, будет сначала x2, а на момент, когда будет оставаться 1 минута в сражении, будет x4. Это бы реально было круто и по фану. Но это, к сожалению, не так. И сейчас, наверное, будет бревно. Сейчас будет бревно. Да, блин. Турнирных дек здесь очень много. Так, зэп. Окей, давайте, знаете, как сейчас сделаем? Сейчас, блин, нам нужно гиганта убивать. Он живой. Убиваем гиганта. Здесь давайте колдуна подкинем. Так, печка. Давайте здесь срочно шахтера. Блин, не успею. Ладно, здесь давайте атаковать принцессу. Наверное, этот бой я проиграю. Да, этот бой я солью. Наверное, надо переначить деку. Неправильно я все делаю. Так. Давайте варваров. Блин, ну круто, что все ух ты. Круто, что удвоенный эликсир сразу. Но все равно, такого фана особого не ощущается. Напишите, что вы думаете по поводу этого... Вот этого двойного эликсира, вот этого испытания. Но мне кажется, было бы круто реально, если бы было на одной минуте уже x4. Но, по-моему, это не так, да? Ведь я не ошибаюсь. Потому что я могу ошибаться. Давайте с роял гиганта бросать. Так, бросаем роял гиганта. У нас еще немного скелетов живых. Так, давайте здесь подкинем шахтера. Блин. О, отлично, он бревном оттолкнул гиганта, и он стоит, дамажит вышку. Ну, недолго песня играла у нас. Ёбаный в рот, как так-то? Как тут удалить-то видео, а? Тихо! Слышите? Бомбит у кого-то. А не хватает мне инферны. Все, вот такой вот дека. Сейчас погнали, теперь попробуем сыграть. Итак. Блин, какой-то тест первых двух атак был вообще ни о чем. Ну, я же повторяю, что я играл декой не турнирной. Здесь тащат турнирные деки. Итак, выбрасываем голема за вышкой. Он у меня, конечно, 5 уровень, но ничего, я думаю, мы справимся. Готовимся. Ну, блин, и также плохо то, что у меня нету бревна. Как же мне бревно надо? Давайте здесь... Ой-ой-ой. Не самое умное решение было на духа бросать. Но пока у меня все получается. Пока лучше, чем предыдущие две атаки. Я какую-то атаку, наверное, вырежу, чтобы не был длинный выпуск. Так, ну вот здесь бы бревно мне очень пригодилось бы. Но как видим... Ух ты, блин. Так. Окей. Здесь армия скелетов пошла. Спарки? Да ладно. Да ладно. Спарки, окей. Уничтожаем спарки. Так, здесь мега миньон пошел. Ставим вот так вот инферно. Дух. И еще один голем. Все, погнали сносить вышку. Это 100% минус вышка. Блин, молния. А у нас еще один арбалет есть.
У нас еще один есть арбалет. Так, бросаем мегаминьона. Там уже две вышки. Нужно что-то делать. А делать ничего не надо. Давайте здесь фаербол. Армия скелетов. Отлично, отлично. И инферно. Так, ну сейчас должна быть молния, скорее всего, с его стороны. Да, молния. Так, ну пока я больше ему урона нанес, и снова мы ставим арбалет. Снова ставим арбалет. Так, давайте выбросим ледяного голема. Ну по фану, то что вот это удвоенный эликсир у нас. Давайте зэпнем. Вот как-то так. Так. Армия скелетов. Сейчас будет молния. Так, я успею. Все, добил вышку, отлично. Ну, с этой колодой я справился. Победа. А, еще одна минута, блин. Как-то я поспешил с выводами. Ладно, давайте здесь своего ледяного голема подбросим духа. Армия скелетов. Так. Да, с этой декой полегче. Ну, было бы у меня еще бревно, было бы вообще круто. Прикольно, наверное, здесь играть спамом. Ну, блин, я повторяюсь, если был бы еще Х4 эликсир... Ой, блин, вот это я зэпом промахнулся, ребят. Вот это я зэпом промахнулся. Давайте выбросим так. Ой-ой-ой, блин. Спарки, это плохо. Так, отлично. Ставим еще раз инферно. Ой, арбалет. И, в принципе, это победа. Давайте еще одну каточку, дабы было хотя бы победные какие-то у меня сражения, а то только проигрыши. Итак. Блин, так сходу 10 эликсира непривычно. Давайте выбрасывать арбалет. Давайте выбрасывать здесь армию скелетов. Так. Здесь ставим инферно. Здесь пошел ледяной голем. Ай, блин, инферно не дамажит мушкетера. Ну ладно, у меня уже снова есть арбалет, блин, как это круто. Так, ставим арбалет, ставим вот так вот. И армии скелетов. Блин, на валькирию армии скелетов выбросил. Но ничего, зато я дефил. Так, стрелы хорошо. Давайте здесь инферно поставим. Ай, зря инферно, зря слил инферно. Я предлагаю кинуть фаербол на сборщик, потому что и так удвоенный эликсир, а он еще и со сборщиком стоит, негодяй. Так, еще один сборщик ставит, окей, мы тогда ставим арбалет и ставим вот так вот голема. Отлично, просто замечательно. Здесь бросаем мегаминьона. Так, подбрасываем духа и армию скелетов. Валькирии нету, бояться нам нечего. А, есть стрелы. Ну окей, есть стрелы и пускай. А, еще бомбер выжил. У меня снова есть этот... Снова есть арбалет, круто. Так, здесь ледяного голема ставим. Так, что теперь? Так, мегаминьон, арбалет. А он оставляет сборщиков. Ну и окей. Давайте здесь вот так вот сделаем. Да блин, снова этот дух прыгнул на пеку. Отлично, все, мы размотали вышку. Но еще, блин... Еще целая минута, что мне делать с ним? Так. Да это изи. Давайте кинем фаербол вот так вот на два сборщика. Ух ты, у него, блин, три мушкетера. Хитер. Так. Ну, немного он опоздал со стрелами. Здесь мегаминьон у нас будет идти. Отлично. Просто изи. Так. Ставим арбалет. Ставим арбалет свой. Ну блин, убейте мушкетера. Давайте сделаем так. Сделаем так. И сделаем так. Так, он потратил стрелы, у него нету валькирии, поэтому мы сейчас выбрасываем армию скелетов. И все. И победа. Круто. Действительно круто, с удвоенным эликсиром реально по фану играть, но было бы еще более по фану, если бы был Х4, согласитесь, если бы на последней минуте был бы Х4, вот это бы реально какой-то новый какой-то режим, и это было бы
прикольно ощутить, потому что X2, ну X2 уже, ну блин, мы играли на X2 эликсире, да, когда остается одна минута. Но вот когда X4, на таком мы еще режиме не играли, было бы прикольно, почему бы и нет, да, по фану. В общем, ребят, я вам показал тест, изначально проиграл две атаки с вот этой декой, но эта дека не предназначена для турнира, это очевидно. А вот с этой декой две атаки выиграл. В общем, потом, возможно, составлю какие-то фанадеки для вот этого испытания, это чуть позже. В общем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем спасибо за просмотр, пишите в комментариях, какую вы хотите деку, я обязательно в следующем видосе ее запишу. На этом я прощаюсь, всем удачи и всем до новых встреч, всем пока!